девочки, всем привет! Сегодня я хочу создать очередной влог, который будет состоять, как всегда, из всякосячины. Мы здесь дома сидели и решили украсить наконец-таки комнаты. Заказывали кое-что с Алиэкспресса там, для ребенка. Наклейки там всякие, я вам покажу, как красиво получилось. Хочу вам показать в этом влоге кое-что из своей готовки, так как я сижу дома и надо же чем-то тоже заниматься. То есть это такая будет кулинарная минутка. И я хочу вам еще показать, девочки, свой обновленный уход в ванне. У меня очень много обновилось ваночек из ухода, то есть старые ушли, новые пришли, я вам их еще не показывала. Кое-какие покупочки мелкие, фикс прайсе. В общем, я думаю, будет интересно. Влог будет разнообразный. Всякой всячины понапихано, как всегда. Так что давайте приступать. Девочки, вот смотрите, как у нас теперь красиво. Это мы заказывали вот эти вот наклейки, все с Алиэкспресс. Муж покупал, не знаю, сколько это все стоит. Вот так вот. И на всю комнату бабочки вот эти. Они, видите, крылышками. Крылышки у них и двойные есть. Сейчас. Вот так вот они, видите, как симпатично выглядят. Вот такие бабочки, девочки, симпатяги, да? Их много. Их много. То есть луна, вот эта луна, она светится ночью. Типа светильника. Но сейчас вам этого не видно. Тоже симпатично. Вот. В общем, вот таким образом решили украсить комнатку дочки, ну, чтобы ей было здесь повеселее как-то. Вот так выглядит это все. Ну, практически вся стена вот так украшена. И бабочки тут среди моих картин. Красиво, да? Ведь еще сейчас вам хочу показать, в другой комнате тоже есть небольшое украшение. И вот так выглядят эти обезьянки. Вот еще обезьянка живая у нас. Загородилась. Вот узор вот так вот он как бы тянется. Продается это все со схемой, то есть чтобы было понятно, как собирать. Там бабочки везде. Это фотография наша с мужем со дня свадьбы. Анечка там присоединилась. Ну, такие бабочки. Вот. Скажи всем привет. Всем привет. О, хулиган с этим пистолетом. Ну все, девочка, украшение все. Теперь будем смотреть, наверное, уход в ванне, да? А потом готовку вам покажу свою. Ну, теперь давайте посмотрим на обновленный мой уход. Во-первых, я добавила два кремчика от Faberlic. Это вот будет у нас ночной крем. И дневной, он идет с SPF 15, то есть уже можно применять, у нас уже солнышко. Видите, по половинке уже я израсходовала. Также у меня новенькая баночка от Шоконат. Был для глаз была сыворотка, это теперь у меня идет на все лицо. То есть вот эта баночка у меня за место сыворотки. Вот такой гелеобразный здесь крем, водянистый, вот реально как сыворотка. Он тает, просто водичка, его одного мало. Поэтому я сверху накладываю что-нибудь питательное. Например, вот такой еще у меня крем в использовании. Очень нравится, просто очень. Мне его подарили в Улыбке Радуги как-то. Это польский Эвелин крем 40+. Идет SPF 10 здесь тоже. Он такой классный, девчонки, аромат у него. Плюс он густой, плотный. Его даже можно как ночной использовать. Видите, то есть какой он плотненький такой. Приятный аромат для меня какой-то, очень я им довольна. Вот так он называется. Он называется, девочки, омола. Ну, короче говоря, он называется вот так, как-то непонятно, да? Дневной крем. Еще у меня есть вот такой вот Jurassic Spa, витализация для зрелой кожи лица. Тоже такой крем, знаете, плотный. И он идет какого-то такого желтоватого цвета. Этот бренд позиционируется как органика, то есть с натуральным составом. Давайте я вам покажу, как выглядит этот крем. Вот такого желтоватого цвета. Он тоже плотноватый. Аромат у него странный, как будто какими-то то ли дрожжи, то ли что-то. Ну, в общем, такой не цветочный, своеобразный. Но крем неплохой. Еще я достала вот из Фикс Прайса вот такой вот гиалурол для кожи вокруг глаз.
Это такая прозрачная жидкость, похожая на тоник, только чуть плотнее. Не знаю, я результатов, девочки, не шибко вижу, но стоит 50 рублей. Но как вот увлажнить кожу перед плотным уходом, то есть крем поплотнее, подходит, потому что в увлажненную кожу крем впитывается быстрее и лучше, беспроблемнее. Также я использую иногда как сыворотку вот такой крем серебро коллоидно, и он идет антибактериальный. Хорошо тоже помогает со всякими воспалениями бороться. За счет состав тоже здесь хороший. Это брендовая косметика. Наш российский тоже как органика позиционируется. Видите, состав какой интересный, хороший. Прозрачная тоже такая гелеобразная субстанция. То есть на крем сильно не похож. Но это мы с вами уже смотрели, да? Вот кинзо — это масло гидрофильное. Хорошие средства, они с ароматами, с приятными. Так, и продолжаю, девочки, использовать вот Yumi крем для глаз. Одно время я его ругала, потом я к нему привыкла. Он мне даже нравится, он плотненький, очень вкусно пахнет. Здесь 30 мл. Еще долго буду пользоваться. Попутно использую для глаз два крема, которые тоже я вам уже показывала. Это вот такой корейский, он уже заканчивается. Здесь совсем чуть-чуть остался из фолии, плотненький. Такой, как ночной, идет он у меня. Из суперпитания, видите, написано. Вот. И более легкий, какой-то влажный, такой гелеобразный, дневной. Это вот от с улиточкой крем, вот такой Free W, Clinique бренд. Ну, вы его видели, наверное, у меня уже тоже 40 мл, большой объем. Также периодически крем с улиткой использую. Еще открыла я вот такую банку, использую сейчас с улиткой. Это гель такой, сейчас я покажу. Вот такой гель. У меня была такая баночка алоэ в зеленой банке. Они продаются в Перекрестке до сих пор. Стоит около 500 рублей. На самом деле гель прозрачный. Вот, он не имеет цвета. Это кажется коричневым за счет банки. Так они прозрачные. В общем-то выступает в роли крема. Кожу хорошо увлажняет, впитывается быстро. Потому что текстура как вода. Но тем не менее он дает питание, дает увлажнение. Мне когда лень ждать, что впитается, допустим, вот подобного рода баттера, да, я использую вот этот вот улитку, и мне нравится результат. То есть кожа увлажнена, как-то себя комфортно чувствует, нет стянутости, и в то же время все быстро впитывается. Также я продолжаю сейчас использовать практически каждый день вот такие вот маски в коробке. Я вам их показывала. Дома сейчас какая-то у нас сухость, лицо тянет, и, в общем, продолжаю делать масочки. И для тела продолжаю использовать вот такой вот лосьон для тела. Жасмин Нероли. Очень приятный аромат. Это Арифлейм. Ну, его я показывала вроде бы. Достала два масла от Faberlic. Тоже использую после душа. Ну, к ним рука как-то меньше тянется, чем вот, допустим, к баночкам, к вот этим. Ну, остальное, девочки, вы у меня уже все видели. Это я купила недавно в фикс-прайсе вот такую скраб-маску для кожи головы. Использовала один раз. Вот такая жидкость, знаете, не знаю, я дает это что-то или не дает. Какой-то смысл. Увидела тоже у блогера, она вот такая вот субстанция гелеобразная. Чуть голову скрабируете. Еще достала в использовании вот такое вот масло. Это мне Аня дарила. Вот так вот. По 1-2 капельки надо. В кожу головы не втирать, просто на волосы. Я и дочки делаю, ну, чтобы статическое вот это снять. Электричество, или ну, чтобы они так не в разные стороны не пушились. Все, девочки, с уходом все, наверное. Давайте дальше будем передвигаться. Как у нас косметические покупки пока прекращены, и я решила в домашние влоги вставить кулинарную минутку, ну, чтобы как-то разнообразить их. Сегодня делала запеканку. Делала ее в мультиварке. Здесь, девочки, вот в чаше. Сейчас я буду это мыть, делаю все. Она запекается. Очень удобный прибор. Прям обожаю его. Немножко я внесла здесь своего в этот рецепт. И когда стала переворачивать, она разломилась.
Но на вкус это никак не влияет. Супер просто. Здесь 600 грамм творога. И даже, девочки, смотрите, вот этот творог, вот он был мелкозерненный. Я не стала разбивать его блендером. С крупинки целиком, и они как-то придают вкус вот определенный. Мне даже больше понравилось, чем вот когда все разрыхлишь однородной массой. Здесь добавлены цукаты из смеси ореховой. То есть была смесь вот с орешками. Орешки я оставила. Добавила вот эти цукаты. Изюм здесь был мелкий. Я добавила ванилин сюда. 3 чайных ложки сахара. Сахара совсем прям мало. На 600 грамм творога. 3 маленьких яйца. Яйца у меня маленькие. С2 категория. 3... И даже 3 ложки столовых муки. То есть муки тоже очень мало. Она получается очень диетическая. Один банан. Да, и все. И вот так вот это выглядит. Я все это уже раз, ну, испортила форму. Но очень вкусно, девочки. Вот вам рекомендую. И мешала просто вилкой. Ничего больше не добавляла. Хотела ванильным сахаром посыпать. Даже его уже нашла. Вернее, сахарной пудрой хотела. Но передумала. Сейчас просто уберу. И так все хорошо. И сладко нормально. Хотя сахара прям 3 чайных маленьких ложечки добавила. Даже не с горкой. Просто 3 небольших ложечки. Банан дает сладость. И изюм здесь. И вот цукаты, наверное. То есть мне по сладости понравилось. Не переслащенно. Вот. И муки совсем мало, прям минимум муки. Поэтому так вот я развлекаюсь. Сегодня у нас в нашей кулинарной минутке будет овощной рагу. Я уже сюда положила грибы. Немножко их обжарила в сметане. У меня брокколи здесь, видите, да? И стручковая фасоль находится. Также я сейчас буду... уже тыкву добавила. Вот смотрите, какая она симпатичная тыква. Пахнет так ароматно. Девочки, я тыкву раньше вообще не любила. Сейчас стала резать, ну прям вообще ароматно. Не сравнишь, конечно, с мороженными овощами. Все это когда свеженькое. Также хочу добавить в это овощное рагу немножко картошечки. 3 вот таких маленьких, морковку и чуть-чуть совсем капусты. И буду тушить вот в этой вот штуке. Я думаю, будет вкусно. Сметанки я чуть-чуть добавила, соли добавлю и... Не знаю, буду ли я сыром посыпать сверху или нет. Я попробую. Ну и потом вам, соответственно, покажу конечный результат, что у меня получится. Я буду добавлять в это рагу сельдерей. Видите, я его уже порезала. Вот так он выглядит. Стебли такие. Морковку. Ну и осталось эту картошечку. Я сюда уже чуть-чуть добавила. 3 маленьких, вы видели, да? И мне осталось вот чуть-чуть капусты порезать. То есть вот что только я не нашла сегодня у себя дома, то все сюда запихала. Девочки, ну это полезно, такая еда. Я думаю, вкусно, потому что здесь очень много всего разного-приразного. Ну вот заключительный этап, что получилось у меня. В итоге вот так вот. Воды там нет, она выкипела вся. Не хочу ее добавлять, эту какую-то жижу. Ну вот так вот выглядит. Я положила на тарелочку, пробую снять. Чуть еще помидорок черри добавила и кинзы под конец. Вот так вот все вкусно тушила. 15 минут где-то, не, минут 20, наверное, 20-25. Потому что я открывала, добавляла режимы. Недолго тушится капуста, морковка и картошка, все мягкое, то есть все протушилось. Тыква, очень вкусно. Девочки, я решила еще один запрос выполнить в этом влоге. И показать свои любимые украшения, бижутерию и парфюм. У меня этого немного, поэтому это не займет у нас слишком много времени. Я вам покажу сейчас кое-что. Я уже показывала как бы все более подробно. Если кому-то надо, могу ссылочки внизу оставить, кого интересует. Такое колье у меня есть. Я его не очень люблю. Так, мое свадебное. Ну, то есть оно красивое, но неудобно носить его, понимаете? Оно какое-то твердое, большое. Нравится мне вот такого рода колье. Как-то я показывала в видео. На мне был, по-моему, сиреневый, да? С Алиэкспресс. Они очень красиво выполнены вот такого плана. И разноцветные они у меня, потому что не смогла я определиться конкретно, что мне нравится. Вот это, по-моему, видео показывала. Девочки писали, что это очень красиво. К сожалению, не могу дать ссылочки. Я это покупала очень давно, больше 5 лет назад, ссылки не активны. Поэтому, девочки, извините насчет этого. Желтенькое вот такое тоже. Они реально красивые. Их когда купили, мы носили с мамой. Их все внимание обращали, делали комплименты нам.
Особенно, к примеру, если у тебя какая-нибудь ярко-оранжевая блузка летом, вот такое колье, на контрасте очень бросалось в глаза. Причем вот на рекламе AliExpress так и делали девушки. То есть они одевали не так, вот, допустим, зеленая кофта, зеленое колье, а именно на... чтобы на контрасте работало это все. Вот это я любила носить розовое с голубым под джинсу, например. Ну, голубые джинсы, там какая-нибудь блузка, ну, или кофточка там. И вот это вот очень мне нравилось, как подходило. Еще есть вот такие ярко-синие. Синие с желтым, смешанные. Вот, видите, желтые и синие цветы. Сюда примешалось какое-то колье, видите, запуталось. Я одной рукой фотоаппарат держу, мне неудобно распутывать, поэтому... Ну, вы поняли, да, девочки? То же самое, только вот цветочки вот такого синего и желтого. Тоже очень красивое сочетание. Черные здесь вот есть цветы. Красиво, да, смотрится. И колье вот такое ярко-красное. Ярко-красное. Еще есть вот такое розовое с белым. Вот так, девочки, смотрится розовое с белым. Цветочки очень тоже нежные, мне нравилось. Это колье, вот такой цветочек. Ну, просто супер, скажите, как это все вот так вот красиво смотрится. Это вот любимые мои, то, что касается бижутерии. Украшений у меня мало, вы знаете. Ну, такое еще есть. А, есть еще белые, просто белые, девочки. Вот такие цветы, просто белые. Белые и прозрачные цветочки здесь. Вот так выглядит. Ну, то есть, вот видите, всех цветов у меня. Бижутерия всех цветов собралась. И украшения. Украшений мало. Я постоянно ношу вот это колечко обручальное. И еще нравится вот такое колечко золотое у меня есть. Вот такое. Такой браслет бисмарк, такая же есть цепочка. Девочки, у меня немного украшений золотых, ничего сверхъестественного как бы не имеется. Кое-что серебряное, кое-что золотое. Вот симпатичное серебряное колечко. То есть мои дни фанатизма по украшениям уже прошли, поэтому немножко. Вот такое колечко есть, белое золото и обычное золото. И простенький бантик такой, ну, то есть ничего сверхинтересного. Ну, и парфюм я как бы на канале уже показывала, да, но давайте быстренько еще раз покажу, как бы уж выполню запрос полностью. Девочки, мне нравятся ароматы Бёрбери. Сейчас я вот недавно купила маскины Мишку, маскины черный Мишка, маскины женский, это мужской черный, аромат от Кошарель. Бёрбери вот такие вот есть у меня классические, в коричневой коробочке первый, потом Black, вот очень нравится. Здесь DKNY, Trussardi, My Name. Вот так это выглядит компания, два мишки стоят. Кстати, у меня есть еще маленький мишка, мне его в подарок дарили. Сейчас, девочки, покажу вам его. 5 миллилитров. Это у меня семейство медвежье, как я уже рассказывала. Мама, папа и ребенок. Вот такой вот ребенок еще есть. А потом туфелька вот такая. Очень тоже, конечно, аромат нравится. И дизайн, соответственно. Я сейчас стала не просто покупать ароматы, чтобы еще дизайн интересный был. Уже как бы... Ну, начинаешь себя со всех сторон баловать. И дизайн, это в виде помады. Видите, у меня есть побольше помадка и поменьше. 30 мл и 50. Это разные ароматы. Видите, колпачки розовые и красные. Они чуть друг от друга отличаются. Ну, DKNY, это просто была очень хорошая скидка. В подружке из корзины, можно сказать, взяла из корзины. Бёрбери вот такой черный и, как я уже сказала, коричневая упаковка. Первый, который у них появился, тоже с бантиком, My Burberry аромат. У меня 90 мл заканчивается уже. Trussardi вот такой флакончик. Это вот то, что вот такие более-менее люксовые, да, ароматы. Также, девочки, я не гнушаюсь ароматами от Oriflame. Я их очень люблю, у меня их прям много. Но если надо вам, вы напишите, я сделаю как-то в другом влоге, потому что это, в этом влоге это, наверное, будет чересчур длинно, и вставлять сюда эти парфюмы, потому что я их успела много набрать.
Они нормально держатся, стойкие тоже, поэтому я их люблю. Вот из люксовых немножко, потому что я уже прошла стадию болезни люксовым парфюмом, поэтому сейчас до трясучки не доходит. У меня вот есть какой-то определенный минимум, ну, вот, который вы видите, да, перед собой, и мне хватает этого. То есть, если будет сокращаться коллекция моя, то, конечно, я буду восполнять. У меня есть определенные хотелки, есть желания. Вот. Но пока вот я считаю, что мне нужно с этим разобраться делом, вот, а потом уже новые себе запасы делать. То есть вот в парфюме пока не хочу разрастаться. Как-то так вот получается. Еще я хотела бы вам показать свои скромные сегодня покупочки для на день рождения дочки на 4 годика. Мы были в фикс-прайсе, купили вот такую свечку за... сейчас скажу, девочки, свечка стоит 25 рублей. Вот так она выглядит. Не поняла я, почему у нее здесь какой-то штырь, а не внизу. 25 рублей. Вот такая наклейка стоит 55 рублей. Наклейка цифра 4. Не знаю, куда, на стену ее или куда клеить. Вот так вот ей пользоваться. Еще за 77 рублей я купила вот такие шарики, светящиеся в темноте. Здесь 3 штуки. И написано было, что здесь входят, смотрите, батарейки в комплекте, LED-лампочки. Может быть, даже еще их таких купим. Надо будет попробовать, как они действительно работают, эти шарики. И, может быть, еще купить тогда, ну, потому что 3 мало. Мы хотели купить шарик, который газом надувается, сегодня ходили, но там закрыто. Ничего не работает, хотя, девочки, хозяйственный уже открылся. То есть потихонечку народ начинает психовать, и никто не хочет ждать до конца месяца. Открывают потихонечку фирмы. Я докупила себе вот такую вот баночку. Вы знаете, как я их люблю. У меня 2 есть уже. Я их, по-моему, показывала во влоге. 149 рублей стоят в фикс-прайсе вот такие Эвелин крем-интенсивное питание. Он идет с фильтрами защитными, с допантенолом, витаминами. Мне кажется, что в улыбке они стоят дороже. Ну, может быть, если 15 числа прийти, то будет скидка 15% и нормальная цена. Очень они приятно пахнут, девочки. Они хорошо впитываются, они не в меру густые. Ну, как практически как молочко. То есть это не баттер. И долго не будет оставаться на теле. Хорошо впитывается. Мне очень понравилось. Это польский бренд Эвелин косметик. 210 мл с датой вскрытия полгода. И вот тут, собственно, ничего на русском-то нету. Ну, это не важно, да, кому тут нужен перевод. Все, в принципе, понятно. Ну и последний. Вот мне понравился дизайн. Детское мыло стоит 25 рублей. Здесь небольшой объем, оно фигурное, видите, сделано в виде львенка. В виде львенка, экстракт череды 0+. И думаю, ребенку просто будет интересно с ним играть. 60 грамм, нормально. Вот, что-то захотелось мне купить такое мыло. Все, девочки, вот это были такие скромненькие покупочки у меня в этот раз. Девочки, смотрите, как шарики выглядят в темноте. Ну, как в темноте, почти в темноте. Интересно, в общем-то, на праздник. Один еще красный мы не надули. Вот его тут Аня пытается надуть. 3 штуки, да, 77 рублей, я вам сказала. Ну, как сказать, может быть, это и даже недорого, потому что шарики бывают и по 500 рублей, и вот белый я принесла в комнату. И по 300, но они, правда, интереснее, там всякие собачки, лошадки. И здесь нужно из этого шарика, вот эта упаковка, вот смотрите, вытянуть вот эту вот часть, и на конце шарика LED-лампочка, она как раз вот будет сиять. Ну, наверное, имеет смысл, да, до 10 часов покупать непосредственно, когда у вас уже праздник вот-вот, как говорится, на носу. Я хотела спрятать их, но Аня, как всегда, не дала. Пришлось надуть заранее, поэтому придется идти попозже, потому что день рождения у нас не завтра, 19-го, поэтому придется еще покупать. Так, шарики хорошие, вы видите, да, как они хорошо сияют. Ну вот буквально завтра вечером уже все, лампочка перегорит.
Девочки, на этом с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так и есть, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Он тоже у меня активный. Я стараюсь его вести, как-то разнообразить. Все там у меня покупки, полочки, всякие отзывы косметические. Много интересного. Если у вас есть какие-то пожелания, пишите. Мы с вами это обсудим, посмотрим. И я желаю вам не падать духом. Держитесь, скоро все кончится. Здоровья, счастья вам. Улыбок, радости, позитива побольше. И до скорых встреч. Пока-пока.